Это пицца с колбасой. Эту колбасу не рекомендуют зажаривать, потому что она копченая. Копченая колбаса при приготовлении горячей, ну, при термообработке выделяется ядовитый газ. И ее не рекомендуют готовить, ну, жарить вообще. Ее лучше использовать. Какие тонкости. Да, да, да. Это очень много. Я говорю, просто берем, кто-то мы учимся. А я всегда колбасу пожарю. А мы самые, нам уже 15 лет, как мы на открылись. Пицца ваша пользуется спросом, я уже наслышана. Здесь у нас производство. Здесь самое, да, главное это вот. С мясом, со всем. Вон там курица, ананасы, классика. Я всегда думала, курица, ананасы, это извращение. Я тоже думал. Блин, я не все равно не люблю. Да ну, прикольно. Если надо, я съем. Ну так вот, что про метр. Любил это. В месяц у нас проходит до 5500 пиц. Вот. Это наши вкусовые пиццы бойлерки. Это я себе. Я увидела, как готовят пиццы. Настоящие профессионалы. А это холодная вода дает, да? Да, да, там холодная вода. Поэтому приходится ждать дольше, чтобы он подходил, правильно? Да, 2 часа. А он не убивает руки, нет. Там брожение, там даже можно его в холодильнике, вот, чтобы он бродячил. Тартар из говядины, Эмилия, хачапури по-мигрельски. Доставка. Свет потух. Я пришла, и свет закончился. Это что такое? Это красный лук маринованный. А в чем красный? А, красный лук уже сразу. Нет. Красный? Или это его как-то красить? Свекле. Свекле? Да. Это что, лук маринованный? Все, натерли, залили простого, стоит маринованный. Сколько надо, чтобы он такой красивый получился? Да, это даже потекать, посмотрите. А я думала, что это синий лук, вот этот просто маринованный. Потому что синий лук, он даже горечь не дает, это горечь отдает, просто некрасивый. Круто. Что ты мне рассказываешь? Я сосредоточена. Она... Нормы. Прикольно. Да. Не могу оторваться. Вот еще что я не видела. Что, и скалочка вам не нужна, да? Нет, чуть-чуть помогаем. Чуть-чуть, да? Да. А так все руками. Ну, а так все руками. Так, ровно? Ну, почти. Так, одинаково? Я же говорю, работать с профессионалом. А я смотрела видео, там еще пиццу крутят. Так, так не умеете? Нет, так не умею, такой люблю. Вот еще. А что, покажите, как вы умеете. Покажите. Покажите. Да, умеешь? Мороз умеет. Я говорю, пиццы крутить умеете? Девчонки говорят, нет. Да, ну мы не прям профессионалы. Так почему профессионал? Сейчас, ловить, вот сюда. О, ничего себе. Ура! Я не умею. Мы стесняемся.
этот. Ладно, чего вы стесняетесь? Сегодня такую красоту что делаете? Вам стыдно? Вы чего? Ой, чего? Говорит, что будет стыдно, я буду шашлык. За что такую красоту вы делаете? Я даже не могу пойти в одежду. Ну, вы отвлекаете меня, люди. Делайте что-нибудь некрасивое. Будете закрытую пиццу делать? Меня крикните, ладно? Давай сделаем заморозку. Давай, давай. Сейчас. Ура! Спецзаказ. Я куплю ее домой. Сначала что положили туда? Сначала мука просеялась. Сейну муку. Одну муку там болтаете, да? Да, болтается. Но вы же ее сеете? Да, уже там она у вас нагревается. Уже? Здесь она просеяна и нагревается. Там холодно, здесь она нагревается. То есть вы положили ее, месите просто так, муку? Так, кислородом. Сколько? 5-10 минут. Какой процесс? Потом? Потом находим дрожжи. В небольшом количестве, да, воды вливаем, она тоже поместилась пару минут, вливаем 4 литра воды, сейчас такая жидкая основа, она месяца, тоже минут 10 где-то примерно, потом соль, также соль, минут 10 помешала, чтобы соль растворилась полностью, и второй тазик всыпаем. Он собирается в комочек, оливковое масло второе и уже получается. Она все врет. Не, она красиво рассказывает. Поэтому все виды в одну сферу. То есть пришли, заказали, вы сразу черепину сделали, да? Пока она даже не смотрит на раскладку. Она не видит вообще. Она просто делает. Получит какой-то работу и так далее. Это ж только памяти надо. Конечно, если каждый день. Сколько у вас память гигов? 2 терабайта, да? Оленья лопатка заморожена. Мы делаем ее в колбаску, потом нарезаем и сейчас делаем. Сейчас я оформлю, закидываю. Ничего себе. И что, она успевает пропекаться? Да. Пицца с оленьим мясом. Это говядина была. А, это говядина была? Да. А мне оленя только показали. Вот будет делать. А-а-а. Молодец. А, вот будет. Пицца с оленем. Сырым оленем. Он приготовится. И успеет? Будет. Конечно. Ага,
было снять ее. Я только плохо себя ведет. Мясо. Брусника. Это что? Тоже в колени? Брусника, да. Сочетание колени. Очень-очень замечательно подходит. А соус просто кетчуп? Или нет, вы сами соус варите? Нет, кетчуп у нас никогда в жизни нет. Нет, вы помидорки варите, да? Мы берем помидоры, собственно, в закрут. И используем. В смысле, консервированные? Да. Это базилик. А что вы их просто... Дай-ка. Блендером. Со свининой отправляется в печь. Сколько? 7. Что, мясо хватит, столько приготовится? А ну что, мы нарежем? Настой, два, одна, одна. Вообще, волшебники просто, я не знаю, мне как сон. Если чикен два. Это сыр? Сбри, да. Который. Творожный сыр. И еще сыр? Да, там двойным. И снизу вот сыр, да. А сыр? Ну, конечно, теперь я понимаю, почему у вас тут народ не выходит. Сыр, сыр. Пицца с оленьим мясом готова.